Что мне на бульваре Шевченко понравилось, это объявление о домашней кухне. Еда на вынос, чебуреки, пельмени. Когда-то в 69-м году в нашем дворе была домашняя кухня. Я до сих пор помню оладушки с повидлом. Прелесть. Слава Богу, что у нас есть такие места. Вот это мне нравится. Это я люблю. С пивом чебуреки. Это чудо. Так, я не знаю, как кто, но я аппетитно гулял. Серьезно. Нам не хватает иногда очень маленького пустяка. Это у нас школа. Не знаю, какой номер. Но когда-то во дворе, там, где стадион этой школы, стрет-воркаут проходил. Посмотрим. Это перед нами школа. Сегодня я обращаю внимание на столбы. Этому столбу, наверное, столько же лет, сколько и в школе. Лет 200. Школа номер 20 с экологическим уклоном. Кругом висят скворечники. Надеюсь, там корм есть. Кусочек Праги в Запорожье. Thank you.
Кстати, хорошего вам дня, здоровья, что еще, сейчас скажу. Ну, все, что надо. Спасибо большое. В нашей жизни поддержка это важна? Конечно, обязательно. Без нее никуда. Вы чувствуете поддержку учителей? Вы первый учитель? Я сам учитель. Обалдеть. Потому что да, сейчас нет, а сейчас тренирую. Можно сказать, все равно учитель. Учу людей, как правильно нужно двигаться. Движение – это жизнь. Да, все правильно. У вас были большие путешествия какие-то или вы... Да, если все сложить, если это большое путешествие. Дайте я поумничаю. Что-то попадаю на пути. Поумничаю. Да. Пожелайте запорожцам, несмотря ни на что. Процветание, такой же там город зеленый, пускай же в таком же духе и будет, все позитивно, поддерживать хорошее настроение, здоровый дух в теле и в голове. Бульвар Шевченко, красивый? Ну, сейчас сделали, парк хороший, аллея славы, я так прошелся, давно не был, очень сейчас хорошо сделали, поубирали, чистенько, это приятно. Ну, идет 12 апреля, как это называется, день космонавтики. Да. Вы полетели бы в космос? Это я уже шучу. Ну, честно, интерес. Конечно, полетел. Это испытание для каждого. И для меня это интересно. Как бы я риски люблю. А это большой риск. Земля плоская или круглая? Ну, эллипсообразная. Спасибо, что я не надоедаю вам больше. Здоровья. Ни одного пенсионера. Митинг, или как называется, собрание не состоится. Пенсионеры будут продолжать платить транспорты за проезд. Для меня это безобразие. А даже за сами не буду оставлять, пусть уже изначально это видео. 59-й.